Вот. И, вот. И опять видно понизил. Вот сюда ножку. Видно? Можно подбивать, как вот пушку. Я могу и так потом, видно? Еще. А я могу и так, и вот так сделать, понимаете? Да? За тебя так. Вот, тоже можно. Меня не ломаете, понял, да? Вот, видно, я и ногу поставил. Я даже уже ее вышибаю. Да это можно и сломать. Раз. О, видно, я туда. Ух, туда, ногу туда, понял, нет? Видишь, она вылетает? Да. Раз. Вот видно, я поднял. Я вот руки поднимаю. А вы начинаете сами опускаться. А надо руки отдельно. Видно? Все, а теперь ногу, Коль, подбить надо. О, видишь? А я подставил, блин, вот так ножки-то расслабляй. Я перекинул. Подставил. Я не... Видишь, а ноги-то мягче, я тебя ломаю. Ты что должен? А я отсюда движение могу сломать? Тоже можно сломать, да? Но если вам тему рычагов. О, а я сюда, видно, тоже можно дать. О, видно, я подставил. Если я вот сейчас, смотрите, развалюсь, расслабься. Если я развалюсь, будет что-то? Нет. Ну, сейчас, о, опора где у меня? Опа. А вот я сейчас сижу, опора в ногах? Да. Ей, ну, да, подскакивай там. Нет, ну ты будешь на меня сразу атакуй. О, все, о, давай. Давай, назад. Атакуй. А видишь где? Угу. Ну, важный момент, важный. Я здесь, я не буду ломать. Вот еще я уже в навале, тогда куда меня тянет? На противника. Ну, давай, бить не буду. О! Ну хрен я его вытяну. А сейчас смотри. Видно, нет? То есть ногами заходим, и вот берут, держу там. О! А здесь вот вообще. И вот он еще компрессионный. Видно? Значит, тут вот рычаг, смотрите, вот. Рычаг скорости, видно, на кисти. Он быстро, незаметно. И второй рычаг мы еще делаем сейчас. Вот это. Вот видно? О! Значит, вот эта кисть должна сверху остаться. Видно, вот я, смотри. Я даже вот на пинцет сделал. Вот, смотри, вот она. Рычаг скорости. Видно на кисти? А здесь компрессионный. А теперь начинаю и на кисть, и на локоть. Видно? То есть, вытяни руку, давай. Вот видно, я стою. Вот. Вот это я сломаю так руку, да? Нет. Значит, люфт, смотри. Значит, вот эта стрелка будет, смотри. Вася, давай, куда, Васенька, никуда, не туда. Васенька, куда? Ну, туда надо. Внутрь. Значит, вот эта стрелка, давим, вот, спина прямая. Вот просто опять, Коль, где-то. Видишь, руки работают, а тело должно задействовать. Видишь, отдельно работают. Ногами раз. Не, ну ты уже сам, ты стой. Опа, отдельно, видишь, а тело-то при этом вот, даже так, прямое должно быть. О, здесь добиваем. И тогда у вас будет парадокс, тогда вы, вас держит человек, смотрит, ну так, а вы вот силу дайте, а я еще сильнее прижму, видно тут какой понятно, да? Значит, ты, Кирилл, вот что делал, смотри. Отрывал, видишь, вот, видно, этого не надо, надо прижать. И ногами я вот. Ну это я так, смотрите, я как бы хожу на прямых ногах, на жестких, так не надо работать. Это неправильно. Но мне можно, вам не можно. Вот там, вот так надо. Видно, откуда силы берется. Может даже поприжать, даже и кисть ломается, и здесь ломается, и здесь ломается. Вот, раз, вот. Я отпускаю. Угу. А, ну давай. Можно всю руку, смотрите, простой. А можно одно предплечье. О! Как вам? Предплечье, да? Давай. Вот, о, я успел, видно, тогда пошло. Но бывают случаи, что вот, ну. Давай, Вася. Бывают случаи. О, мне вот здесь короче. И такой вариант, и такой. Понимаете? Давайте. Мне сюда туда. Кончик. О! Пошел. Тут в данном случае жесткая должна палка. Оп, и о, вот она, оп, и уже за, как бы выход другой, пак, еще вот здесь, опять пак, а, давайте. О, ну ладно, вот здесь, видно, тут пальцы ломаю, вот сюда, о, видно, и все, можно сопровождать там человека, пошли,
тоже можно так сопровождение.